какая-то пагода, и сейчас будем взбираться наверх. К самому, ну, насколько я понимаю, это самое большое Будда в Нячанге. Здесь много китайцев. Они очень тихие. Не, лежачие, а ты стоячие. Здесь красиво. Блин, я думала, солнца не будет. Жарко. Блять, это только начало. Правила. О, давай почитаем правила, они нам очень надо. Держите правый ритуал и костюм, соответственно, сира. Снимите шляпу, обувь перед входом в здание. Используйте только один аромический палочка. Не прикасайтесь к любые изображения. Не проносите животных. Держите заказ и не делайте передней части зала. Есть соответствующее ношение одежды, рукавов, рубашки. Понятно. Мы одеты вообще. Шорты, голые ноги. Не купить, продать, обменять любые статьи, не проносить оружие, алкоголь, не ешьте, смеяться, бегать, играть в футбол. О, молодцы. Не рвите цветы, срезали ветви дерева. О, так это тут храм, идем туда. Короче, мы такие Василий. Оказывается, здесь надо было закрыть руки, ноги. То есть так, как мы одеты, сейчас покажу, да? Даже вот так вот тоже нельзя. То есть нужно полностью плечи. Я видела, китайцы, они были в длинных, короче, платьях. Прям, а косточки тоже нужно закрывать или до колена? А платье или штаны? Закрывать. Платье, наверное. Блин, нет таких платьев. У меня вообще платья супер такие нету. Блин, идем почитаем еще раз. Да, 75. Дубль 2. Мы переоделись. Платье. А, нифига не видно. Короче, я тоже в платье. Сейчас посмотрим, получится у нас зайти в храм или нет. Я, типа, завернулась в платочек. Должно повезти, я надеюсь. Очень хочется побывать. Ты понимаешь, что нам еще потом по жаре, по солнцу ползти туда наверх? Да. Круто, да? Круто! Ага. Come on. Это главное, разулась. Настя разулась. Мы заходим в храм. Спасибо. Прикинь, в такой тишине. Все кто-то сбивать хотели. Блин, какая эта штука громадная. Офигеть. Это, наверное, вечером она светится, а? Вечером, наверное, она светится. Думаю, что это эти штуки бомбезники. Ага. Класс. Я хочу такую люстру в свой дом. В будущем, наверное. Трогать ничего нельзя. Да, точно. Я забыла, что историческое. Просто помечаю. Да, ну что, надо отдыхать. Простите, у нас денег нет. Мы вьетнамские рабочие. О, там фрукт, рука Будды. Обалдеть. Блин, это рука с ногтями. Вот, ребята, это рука Будды. Очень... Если я правильно понимаю, рука Будды это типа ананас или еще какой-нибудь, она просто растет и таким, как рукой, несколько веточек. Это считается очень священным. Все такое. Два только аккуратненько и без рук. Один случайно его толкнул. Муравьем, но это что сладкое. Конфетки, но это не выглядит как тортик. О, тут молитва. Здесь тоже рука Будды. Короче, показывает. Все, ок, ок. Заходи, Настя, молись. Да, Радио. А вон. Ну, это один из их, типа, как у нас... Иисус, так это у них тут дядька. Ну, чипай, блин, я тебе сейчас это... Чем отсюда? Это, кстати, пахнет очень классно. Это штучка по штучкам. Угу. Ну, кстати, босиком ходим. Красиво.
Не зря ми їздили до Львова, одягалися. Смотри, яка штука тут прикольна. О, давай туди зайдемо. Ти що, туди не можна заходити? Чи туди? Я не знаю. А так як гантелька. Ой, смотри, у неї написано какое-то. Та їм бідели, як вони? Сині. Пусть на нюшку. Привези. Куда у нас? Православная церковь. Вот смотри, там это вот, там, где... Я знаю, где что же православная церковь. Это лежачая еда. Короче, нам еще надо на лежачую сесть. А где лежачая находится? Классная штука. О, посмотри на потолок. Ой. Спасибо. Слышишь? Лилии ползи. Нет, блин, это маракуйя. Нет. А что это за штучка с этой? Все типа гантели. Ага, качать. Ой, трогай. Боже, тебя уже должны были вышвануть отсюда. А? Господи, ты куда ты меня вечно тянешь? Да, уже все даже не взял. А тут что? Так, идем там не колокол. Я хочу на него посмотреть. Это очень красиво. Это воск, да? Это очень круто. Вася, ну не трогай, блин. Это воск. Потому что он снизу. Да? Угу. Блин, это же столько воска, девушка. Это свечка. Да? Походу, да, потому что это именно на свечку похоже. Вон, смотри. Угу. Класс. Ну то там фонарик торчит, но оно как свечка. Ну, это офигеть. Там чувак. Хаттабыч похож. Да не тут все на хаттабыча похожи. Ну что, короче, идем обуваться? Да. Пошли на воду. Прикольно, прикольно. Мне вот эти так штуки да, нравятся. Да, я тоже их люблю. Они такие прикольные. Надо вечером. Мою квартирку так поставить. Вечерние молитвы, типа? Не, вечером. Сюда тоже туристы приезжают вечером, потому что тут все светится вечером. Ну, знаешь, сюда третий раз уже пилить меня будет. О, зацени! Я тоже хочу. Что это такое? Чего у меня столько рук? Мать, боже, я даже не помню, как это правильно произнести. Смотри, сколько у нее голов. Да, и видишь, каждый на руке что-то обозначает. Вот это если кто-то еще объяснял, ходил это все. Ну, это плати $5, заказывай экскурсию. Ну, кому пяточки пощекотать? Это прикольно, да? Круто. Блин, да он огромный. Ага. Ты видео снимаешь? Да. Офигеть. Это, наверное, 10 метров. Ой, так Милёшенька спит. Вообще. Как бы мне так спать? Чуешь? А? Ты себя залез. Ты что? Ёлки. А что это такое? Девушка, вы в юбке. Успокойся. И что? Блин. Подожди. Ты хочешь ему затылок почухать? Я просто в шоке. Ага. Правильно, надо лазить. Ой, баюки, баюки. Пошли, пацан. Это золотое фото, хочу тебе сказать. А? Это золотое фото. Покажи 15. Я не почешу пяточки Будди. Какая хорошая девочка.
Интересно, он ему будет смешно? Ой, нифига себе. Ну это по-любому кто-то видит, потому что сам Будда, наверное, таки увидит. Тюхай, тюхай. А что-то он не улыбается. Идем. В колокол? Можно шандарахнуть. Садиться сюда. И тебе? Ну, да нет, ты что, он сейчас как-то шандарах. Инса. Даже он сейчас колокол бабахнет. Дай сюда айфон. Давай потом. Выше, но оказывается оно невысоко. Тут можно было и на байке проехать. Сюда подняться? Вон, да, вот видишь на байке. А, да, точно. Огромный Будда. Спасибо. Давай его обойдем. Может, что интересное. Ты реально такое кладбище или... Я что-то не понимаю. Мне кажется, это некрасиво тут. Тут, короче, куча лет. И тут много ос. Ты слышишь, это, наверное, когда война была? Думаешь? А есть год? 1893. Или... 893. Это какая война была? Собачка. Привет. 1894. Так имя Хуй — это настолько популярное имя во Вьетнаме. Есть парикмахерская по названию Хуй. Такая пошла в парикмахерскую Хуй или салон Хуй. Навела? Ты ходишь на голове Хуй. Прическа от Хуй. Да. В общем, мы походили по храму. Очень жарко. Вот этот храм. Как храм? Лонгсон? Да, Лонгсон. Смотри. И это девушка. И на этой девушке. Давайте помню, я вам сяду. Блин, а зачем он?
Шекспіра ще раз. Ми побували в храмі Лонгсон, піднялись к Будді сидячому, піднялись і к лежачому Будді. Жарко. Ребята, если хотите попасть в храм, обязательно одевайте что-то. То есть нельзя одевать шорты, майки открыты, то есть голые плечи и руки не должны быть. Мы взяли кофты, я взяла платок. Вот так вот. Здесь вход бесплатный. Это он находится как ехать в сторону этого магазина Big C. То есть его даже видно с правой стороны. Вот так вот. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Если что-то есть, пишите, может быть, что-то вы более знаете, больше об этом месте. Пока! Пока!